Кубковый майский уикенд в Могилеве получился жарким. Увы, отстоять еще один титул не удалось. В финальной битве минимально уступаем минскому СКА. Спорткомплекс впервые с момента своего открытия принял решающую фазу мужского Кубка Беларуси в формате финала четырех. Гомель, Машека, СКА и БГК имени Мешкова разыграли под куполом уютного олимпийца второй по значимости трофей страны. Полуфинальный матч мешковцы отработали уверенно, пройдя Гомель с преимуществом в два десятка мячей 44-24. В финале белорусская гандбольная классика, именуемая БГК СКА. Настрой на матч с обеих сторон запредельный. Стартовая фаза за мешковцами 3-0 в дебюте. Однако последовавшее за этим удаление Бохана, к сожалению, не позволило развить преимущество. Более того, СКА догоняет и уже сам солирует в счете к 14-й минуте 6-4. На подобных перетягиваниях каната и строилась сюжетная линия этого напряженнейшего матча. В первом тайме еще раз отыгрываем отставание. Отрезок 17 по 21 минуту благодаря точным выстрелам Абрановича, Шиловича и дважды Юренка выигрываем 4-1 и снова солируем 10-8. Однако концовка стартовой 30 минутки за минчанами. К перерыву уже они в очередной раз отправили качели счета в свою сторону 14-12. Тайм номер 2. Начинаем ударно. Большинство используем на сей раз бережно и качественно. Семерик Джукича и три кряду мяча Шкуринского в пустые ворота. И снова наше лидерство 16-14. Но закрепиться и развить его в который раз не удается. Соперник уже к 44-й минуте отрыв нивелирует, и поединок перешел в валидольную эндшпильную фазу. Финишный рывок предпринимают армейцы. Удается. За 2 минуты 10 секунд до сирены отрыв СКА становится практически неберущимся 29-26. Но к чести чемпионов страны, те продолжают рубиться до последнего. События на этом отрезке матча развиваются с калейдоскопической быстротой. Скорый голевой ответ Жукича, удаление Никуленкова и 7-метровый Баранова, и уже всего мяч отставания 28-29. СКА запрашивает последний тайм-аут за 30 секунд до сирены, после чего Бровка индивидуально хорош, снова плюс 2 для СКА. Но еще 24 секунды игрового времени, и БГК топит на газ до упора. Гол Павла Горока, прессинг по всей площадке, отбор армейской атаки за пассив арбитрами, и мяч снова у БГК. Но вот досада. Время выходит. Остается лишь право на штрафной издали сквозь плотный блок. Чудо не происходит. СКА выигрывает Кубок Беларуси 2019. Для начала хотел бы поздравить победителя этого матча. Мы в этом сезоне много раз играли друг против друга. Некоторые игры были очень непростыми. К сожалению, из-за правила лимита на иностранцев приходится в который раз сталкиваться с серьезным вызовом. Я не могу постоянно играть тем составом, который интенсивно наигрывали. Плюс к этому добавилось отсутствие Вида, Патека и Трамва Славы Шумака. Это означает, что у меня сегодня нет в распоряжении двух важных персонажей в защите. Но несмотря на все это, у нас были шансы. В некоторых фазах матча довольно надежно контролировали ход событий. По сегодняшней игре у меня нет упреков гандболистам. Они сражались, но, к сожалению, свое более высокое качество сегодня мы не подтвердили. Но это еще не все в истории взаимоотношений команд в сезоне. Уже в ближайшее воскресенье соперники снова сойдутся в поединке друг против друга в 10-й раз. Матч Виктории завершит игровую программу чемпионата страны. Чемпионата, где победитель определился задолго до его финиша. Приходите на гандбол, отпразднуем чемпионство вместе.